Андрей, раздевайся быстрее, Андрюха! Я говорю на спринте, Андрюша! Все было под контролем, ну, такой нелепый гол мы, конечно, пропустили, да, ну, бывает, это человеческий фактор, понятно, никакой, скажем так, нашему вратарю предъявить претензий нет возможности, я этого делать не буду, потому что в целом, как бы, команда отлично сегодня сработала, да, мы практически не позволили сопернику создать много голевых ситуаций.